Так, всем привет. Я сейчас покажу, как в программе Movavi Video Redactor склеивать ролики и накладывать на него звук. Это, в принципе, очень просто. Ничего сложного в этом нету. Я сам не профессионал в этом деле, но, возможно, кому-то это просто пригодится сделать из нескольких роликов один неплохой. Я создал папку на рабочем столе, положил сюда один музыкальный файл, пару картинок анимированных и пару видео. Из этих видео мы, собственно, сделаем один чисто для наглядности. Как все это делается? Так, сейчас я вам покажу, как из трех видео сделать один файл, ну и тем самым немножечко повырезаем его. Самые простые шаги. Вот у нас три видеоролика. Допустим, мы пришли сегодня, погуляли на улице, сняли какие-то кусками, много кусочков. Ну и на примере трех я вам покажу. Перетаскиваем мышкой вот сюда вот. Мы видим, что у нас здесь видеодорожка и аудиодорожка. Вот у нас само превью этого файла. Допустим, я хочу укоротить файл. Что нам для этого надо сделать? Выделяем полосочкой вот этой, смотрим, в каком месте мы хотим удалить или отрезать клип. Нажимаем правой кнопкой мышкой «Разрезать клип». Как мы видим, здесь у нас получилось в этом ролике два кусочка. Вот. Теперь этот кусочек, который мы выбрали, можем укоротить. Вот так вот сделать. И здесь с этой стороны можем что-нибудь укоротить. То бишь у нас получилась вот такая штука. Если нам нужно убрать аудиодорожку вот с этого, допустим, кусочка, выбираем аудиодорожку, мышкой нажимаем. Правой кнопкой удалить, ну либо на клавиатуре клавиши Del нажимаем. Все. Что мы получаем? В этом видеоролике у нас есть звук, в этом у нас уже не будет. Как мы видим, ролик у нас без звуков, к последней. Это самое простое редактирование. На этом примере вы можете спокойно редактировать, делать звук, допустим, здесь стандартный, здесь немножечко сделать его потише. То бишь у нас в этом кусочке звук будет идти громкий, ну, как громкий, в каком он записывался. А здесь у нас уже он будет идти тише. Также, если мы хотим этот момент ускорить, допустим, нажимаем мышкой два раза, и у нас открывается свойство клипа. Вот видим в процентах, здесь можно сделать 200, ну, 260 либо. Как мы видим, у нас вот этот кусочек фрагмент, он у нас ускорился. Вот такое у нас редактирование получилось. Выставляем 100% к обычную скорость. То есть возвращаем все это дело на свои места. Как добавить, допустим, к этому видеоролику музычку? Приведу пример с обычных, которые здесь звуков представлены в этой программе. Вытаскиваем вот этот звук и вставляем ниже. Но, как мы видим, здесь аудиодорожка у нас стала длинная. Длиннее, чем наш клип. Для этого мы мышкой наводим и укорачиваем под длину нашего видеоролика. И у нас получилась вот такая вот картина. Давайте запустим. Все. Видео у нас как бы закончилось. И вместе с ним закончился наша музычка. Также можете сюда добавить свою композицию, какую-нибудь там песню. Но учтите, что вам за это может прийти авторские права. То, что... Вот на примере музычка. Эту аудиодорожку мы удаляем. А музычку нашу вставляем. Также
Песенка у нас длинная, поэтому мы ее укоротим под наш короткий видеоролик. Немножечко сделаем потише. И вот такое у нас получилось, допустим. Он пришел этот вечер, и никто не узнает, что вместе, что вы. Вот такая у нас получилась композиция. Также мы перетаскиваем второй видеоролик. На этом видеоролике у меня просто звук ветра, поэтому, в принципе, тут не критично, если мы со всего ролика просто-напросто удалим звуковую дорожку. Тыкаем мышкой на звуковую дорожку, нажимаем на клавиатуре Del, ну, либо через правую клавишу мышки и удалить. Вот у нас получилось видео без звука. Ну, сюда мы как раз можем добавить нашу музычку. Какую-нибудь такую, я не знаю. Выделяем фрагмент. Опять у нас длинная музыка, поэтому его укорачиваем под видео. Немножечко в этом ролике делаем музычку потише, а то слишком громко, тоже не всегда хорошо. Ну, вот что-то в этом роде. Ну, в принципе, думаю, понятно, как накладывать, как редактировать. Вот этот кусок можно удалить, допустим. Вот этот кусок тоже можно удалить. Видео можно укоротить. Не забываем, когда мы укорачиваем видео, сначала лучше делать все дела с видео. Обрезание, укорачивание. После уже можем накладывать дополнительные звуки, потому что вам тогда будет неудобно подстраивать все это дело аудиодорожкой. Потому что когда мы редактируем с обрезкой, допустим, вот тут мы видео укорачиваем, а видеодорожка, точнее не видеодорожка, а аудиодорожка у нас как была, в таком размере длины, так она осталась. Приходится ее подстраивать потом под наше видео. Вот такая у нас штука получилась. Ну, думаю, понятно. Третье видео. То же самое. Тут звуковая дорожка. Здесь видеодорожка. Убираем звук, допустим. Нам нужно это видео обрезать. В этих двух местах, допустим, кусок здесь, правой кнопкой обрезать, разделить, выбираем этот кусок, все отрезать. У нас вот получилась вот такая вот штука. В принципе, незаметно было, что мы тут обрезали. Ну, мы сделали обрезку. Допустим, можно еще укоротить, вот так вот сделать. Ну, как мы видим, у нас ролик стал не очень длинный. Мы можем сделать вот так вот, то есть, чтобы со звуком. Ну, в принципе, думаю, понятно. С редактированием все это дело. Самое геморройное, просто когда у нас длинное видеоролик какой-то там, я не знаю, минуты на 2, на 3, вы его сюда вставляете, он от вас длинным получается. И, естественно, из всего этого ролика нам нужно что-то отрезать, что-то коротить, допустим, где-то звук убрать, где-то звук наложить. Все вот это делается вот такими способами. Разрезать клип в двух местах. Почему в двух? Потому что, допустим, в этом фрагменте вам нужно удалить только звук. Вот, в этом кусочке мы удалили звук, его у нас не будет. Допустим, в этом кусочке разрезать клип два раза мышкой, и вам нужно сделать видео, чтобы оно было очень быстрым. Когда вы делаете, разрезайте клипы, делайте, чтобы накладывайте ускорение, лучше всего использовать вот этот масштаб. Когда делаете максимальный масштаб, ну, вы видите, что, допустим, у вас вот видео ускорено, потому что если мы делаем
Такое вот, видите, оно у нас неудобное для редактирования. Делаем вот такое, чтобы видно было, чтобы удобно было, допустим, там что-то подправить или наоборот усилить. Вот у нас такая вот белиберда получилась. Ну, конечно, мы когда уже все отредактировали, естественно, лучше, конечно, все это сделать чуть поменьше, чтобы вы видели, где у вас есть звук, где у вас там наложен какой-то эффект, где у вас еще что-то сделано. Ну, суть, думаю, ясна. Обрезать клип, разрезать клип, ненужный кусок удалить. Итак, со всеми предыдущими видео у нас в итоге получается конечная картина вот такая вот. Тут у нас нету звука, тут у нас идет ускорение. Здесь у нас обычный звук. Так, сюда надо звуковую дорожку поставить. Здесь у нас просто чистый видеоклип без звука, но с музычкой. Ну, в принципе, все мы тут отредактировали. Теперь нам надо дело сохранить свое хозяйство. Выбираем файл, сохранить видеофайл. Здесь лучше выбирать MP4. Ставить качество хорошее. Не забудьте зайти в дополнительные, выставить частоту кадров 60. И если у вас видео изначально снято Full HD 1920 на 1080, выбираем этот же формат и жмем ОК. Если вы... у вас видео в 4К, то выбираем вот этот формат, жмем ОК. Называем свой проект как-то там, как хотите, допустим. Я сейчас назову его так. Сохранение путь. Ну, сохранит у нас в данном случае на рабочем столе. Нажимаем старт и ждем, пока у нас все видео сохранится. Все, видео у нас сохранилось. Запускаем. Вот полученный файл из всех этих кусков, что мы натворили. Здесь мы звук убирали, там потом ставили ускорение. Сейчас пойдет два других видео с музычкой. Ну, в принципе, я думаю... более-менее как-то вам объяснил, как из нескольких кусков собрать в один файл, как разрезать его, как сохранить. Я сам не профессионал. Ну, на своем канале я ролики, если они есть, то я делаю именно в этой программе. Так что вот так вот пользоваться можно. Это, в принципе, простая программа. Думаю, вы с ней спокойно разберетесь. Так что вот как-то так. Всем спасибо за просмотр.